Первая говорящая чихуахуа Софи. Привет, с вами снова говорящая чихуахуа Софи. Я сейчас нахожусь на фестивале Лой Кротонг и расскажу вам немного об этом празднике. Итак, поехали. Немного информации. Лой Кротонг – это общенациональный праздник Таиланда и празднуется всеми жителями Таиланда по всей стране. Проводится он в день 12-го полнолуния в году, обычно это выпадает на ноябрь. Этому празднику уже более 700 лет. Итак, лой по-тайски означает плавать, а кротонг – лодка в виде лотоса. Ну, название говорит само за себя. Что же из себя представляет так называемая лодка в виде лотоса, то есть кротонг? Это такая как бы чаша в виде цветка лотоса, которая делается чаще всего из листьев бамбука, потом украшается цветами, фруктами. Тайцы кладут в него орешки, монетки, а иногда даже волосы и ногти. В центре обычно возвышается свечка. Историческая справка. Этот праздник брахман, появившийся как традиция поклонения богам Шива, Вишну и Брахму. А когда тайский народ принял буддизм, то праздник был адаптирован уже для восхваления Будды. Но, кстати, до сих пор многие тайцы почему-то говорят, что просят прощения у богини воды. Первый кротонг в форме лотоса сделала любимая наложница короля, еще тогда страны Сукатай, а не Таиланда. Этот кротонг ему так понравился, что он повелел каждый год в ночь 12-го полнолуния делать плавающие фонарики в форме лотоса и пускать их в воду. Так в чем же заключается праздник? Тайцы либо покупают, либо сами изготавливают эти самые кротонги. И знак просьбы о прощении за плохие дела и прощания с негативом за год, они зажигают свечку на своем кротонге-лоточке и опускают на воду его. По поверью, если свеча горит и кротонг уплывает, все хорошо. Если потухло или кротонг перевернулся, то иди-ка в храм и моли о прощении за грехи. Короче, все плохое уплывает с этим кротонгом далеко в море. Все это делается с наступлением темноты, и к ночи любая вода в Таиланде, речки, озера, море и так далее, наполняется тысячами ярких светящихся огоньков. Обычно во время лой кротонга в небо еще запускают фонарики, но в этом году массовый запуск запретили, так как эти сотни и тысячи фонариков мешают самолетам летать. Вечером в Хуахине, где я живу, по улицам ездили огромные конструкции в виде кротонгов с драконами, цветами и другими украшениями. Ходили тайцы в традиционных костюмах, дети веселились и пускали мыльные пузыри. Это очень красиво, когда вокруг горят самые разные фонарики. Все красиво украшено, получается такая волшебная, сказочная и таинственная атмосфера. Сейчас идет представление в честь праздника, и мы смотрим очень красивые традиционные танцы прямо на берегу моря. Пойдем тоже свой кротонг запустим, а? Пойдем? Пойдем запустим, а? Ну пойдем? Пойдем запустим кротонг. Ну пожалуйста, ну давай. Ну пойдем запустим кротонг. Так, я пойду запускать кротонг. Все запускают кротонги. Где? Где купить кротонг? Я все-таки решила быть ближе к культуре и тоже запустить на воду свой кротонг, попросив о прощении, отпустив все плохое в далекое плавание. Правда, когти положить я не могу, а монеток и орехов у меня с собой нет, зато шерстинку я положу. Вот и поплыл мой кротонг со всеми моими невзгодами в свое далекое плавание. Вместе с ними уплыло все плохое, все печали и обиды уплыли. Так что отпускайте свой корабль печали далеко от себя, любите и улыбайтесь. С вами была говорящая чихуахуа Софи с тайского праздника Лой Кротонг. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в мои группы ВКонтакте, и будет вам счастье. Пока-пока. Ой, надеюсь, это не мой кротонг. Фух, слава Будде, не мой.